Доброе время суток, уважаемые моделисты! Позвольте вам представить очередной обзор новинки от фирмы Vision Models. Бронеавтомобиль БА-64ЖД, выполненный в масштабе 1:35. Давайте посмотрим, что находится внутри данной коробки. Итак, Vision Models. Неизвестная на данный момент фирма в Российской Федерации. У нас представлены всего две позиции, две модели, и вот одна из них – это модель бронеавтомобиля БА-64ЖД. Давайте посмотрим, что находится внутри данной коробки. 35-й масштаб, как я уже озвучил. Небольшая коробка, инструкцию берем на конец обзора. БА-64 – очень известный автомобиль, это советский легкий бронеавтомобиль периода Второй мировой войны. Уже довольно много выпущено моделей этого бронеавтомобиля. Чем вот именно конкретно эта модель интересна, то что она сделана с железнодорожной парой. Небольшая длина, маленькая, ну сама все маленькие габариты. Вот примерно на вот такого размера. Тонкий хороший пластик, вот я как вижу, хорошая стыкуемость. Толкатель находится внутри. Их убирать не нужно будет. Так, здесь у нас резиновые, имеется в виду, детали пластика, но колеса резиновые, имитация резиновых колес. Ну, как обычно, собственно говоря. Здесь виданы 5 штук. Никаких надписей нету. Ну, ничего особенного. Ледников достаточно много. Хотя количество деталей в наборе тоже небольшое. Самый большой ледник по количеству деталей – это шансовый инструмент. Кстати, здесь есть толкатели на инструменте, их надо будет убирать. Диски. Ну, интерьер тут небольшой, руль, фары, лопата, пулемет. Неплохое качество. Скажу сразу, ценник на данный момент в нашем интернет-магазине Amodelis 1500 рублей данной модели. Второй ледник. Тут уже башенка. Так, и вот этот ледник, два ледника одинаковых, это уже все связано железной дороги. Это шпалы, это две рельсы, вот как раз железнодорожные пары. То есть, соответственно, наверное, будет еще, и может уже есть, я не знаю, вариант просто на автомобиле БА-64. То есть, скорее всего, просто добавлены два ледника и выпущена данная коробка. Ну, в принципе, это нормально. Все, никакого фотодробления, декали в комплекте не идет. Машина окрашивалась один цвет, без каких-либо надписей познавательных или еще каких. Инструкция на двух языках. Русского нету, это тоже логично, но есть английский. Краткое описание прототипа. Инструкция черно-белая. Сделано в виде простыни, на развороте содержимое набора и сборка. Хорошая печать, все прекрасно видно. Как говорится, все это прозрачно. Инструкция несложная, то есть как бы видно все, как уже сказал, хорошо. И вот здесь на последней странице инструкции мы уже видим полную сборку, рисунок полной сборки автомобиля.
Вот такая интересная модель, интересный прототип. Интересная, как я думаю, фирма, да, новая. Фирма тайванская. Угу. И артикул данной модели VM35004, фирма Vision Models. Приобрести данную модель можете на нашем сайте, что совершенно, в принципе, естественно, itermodelist.ru. Я вам говорю спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки. Увидимся, услышимся. Пока-пока.